Здравствуйте, хотел поделиться с вами одним моим действием, которое я сделал, прежде чем готовить семьи в зиму. Я обнаружил, что у меня не все рамки так наполнены, как надо бы, чтобы они были наполнены. Не все готовы в зиму, и полномедных не хватает, чтобы всем дать семьям. Я не захотел кормить сахаром. И вот что я сделал. Я подумал, а почему бы не сделать так, как делают весной. Дают маломедные рамки, и пчелы их выедают. Я сделал то же самое, вскрыл маломедные рамки вилочкой, обрызгал их с настойкой мято-перечной сиропчиком и дал каждой семье одну, две или три, смотря где как. Вот, например, семья у меня. Здесь 8 рамок, те, что не пойдут в зиму, там 5-6 рамок, что пойдут в зиму, и 3 рамки примерно те, что там, где расплод. Я их пока не убирал с гнезда, а с краю я поставил вот 3 рамки, маломедных вскрыл, сейчас посмотрим. Вот, что пчелы сделали. Они выели практически весь мед, который был за заставной рамкой. Я не делал это систематически, как-то там, пока не наедятся. Вот заставная рамка. И вот 3 рамочки. Но это не у всех 3, у некоторых 1-2. У некоторых по 2 раза, у некоторых 1 только раз. Вот так вот. Вы хотите спросить, а зачем, если можно было сахаром? Я вам отвечу. Ответ очень простой. Мне так хочется. Это самый большой аргумент, почему я решил именно таким образом подкормить пчел в зиму. Второй аргумент не менее веский. У меня много осталось маломедных рамок. Выкачивать я их не захотел. Уже было числа 20 августа. Это я начал подставлять. Я болел до этого и не занимался формированием семей. И даже в начале сентября я это делал. Уже мед вязкий, его так сильно и не выкачаешь. А мне его и некуда хранить. Рамки маломедные, так надо их закрытым чем-то. У меня уликов уже не хватает. Да и останется он скиснет весной. А так он будет у пчел на рамках. Вот такие две причины. Итак, я оставил в гнезде 5 рамок полномедных. А те, что я сомневаюсь, что они подходят для зимовки, я убрал. Вот такие я вот убрал. Я увидел метод хороший. Кто не хочет кормить сахаром, метод хороший. Можно подкормить медом. Оставил еще раз 5 рамок, оставил на зиму, а эти оставил за заставной. Пусть тут стоят всю зиму, мне их просто девать некуда. Уже все занято, все ульи заняты. Вот так вот.